Друзья, и вы посмотрите, у нас случилась чрезвычайная ситуация. Весь город полыхает. Мне выдали огнетушитель, которым мы будем сейчас тушить этот лесной пожар. У нас все горит. Елки горят, дома горят, дерева горят и столбы даже горят. Так, давайте быстренько что-нибудь потушим. Вот, елка есть. Елка полыхает, ее нужно срочно потушить. Тушим, тушим. О, кто-то ее уже начинал тушить. Ой, это еще мои подписчики, наверное, здесь. Всем привет. Кого не видел, всем привет. Так, у нас кончился... Хотел сказать топливо, бензин. У нас кончилась вода. Нам нужно добежать до этого гидранта и заправиться. Нажимаем F. Заполняемся, и можно по пути сразу же убежать. Так, елку дотушили уже, молодцы. Тушим вторую елку. Тушим, тушим. Вон у нас расход заканчивается. Блинчик, хватит, нет, хватит, нет, 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 нет. Не хватило чуть-чуть. Надо дотушить ее. Нет, она дотушилась. Ой, да она там пустая, что там горит-то? Ладно, побежали, бегаем куда-нибудь подальше, глянем, что тут у нас есть. Так, домик мы отстояли, нет, там домик, нет, там кто-то тушит, это нормально. Ой, дом полыхает, ящик полыхает, нужно срочно, так, эвакуируем людей, люди все на выход, никого нет. А, так, ну, 3-4, я забегаю внутрь, мамочки, какая здесь температура? У нас горит окошко, окошко тушим, можно было, кстати, наверное, с улицы потушить, да? Я рисковал жизнью ради этого окошка, мамочки. Ладно, еще у нас горит здесь... почтовый ящик тоже надо потушить срочно. Дозаправка в воздухе. Лобыська прям по пути дозаправляется. Прикольно то, что нажимаешь и можно дозаправиться прям в пути. Опа, еще покрышки горят, мамочки. Так, это потушили. Покрышки тоже тушим. О, клево-то как. Все, я чувствую себя героем, панда-герой, это точно. Так, побежали, так, здесь смотрите, тоже дом горит, мамочки. Так, 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 ноль. У нас нету воды, нужно срочно на дозаправку. И вот дом загорелся, он уже был нормальный. Там кто-то его тушил. Так, кто работу свою не доделал? Опять я за кого-то буду доделывать. А, мамочки, у нас здесь какой-то стеллаж горит. Или кровать. Нет, это какой-то стеллаж. Так, все, я дотушил. И хотел потушить еще. Нет, давайте мы дозаправимся, пока сюда добежали. Что-то они тут уснули. Все, долго вы, ребята, заправляетесь. Все, побежали, побежали, побежали. Срочно, срочно, нужно дом этот спасти. Нужно отстоять дом. Так. Всех людей вывели. Так, здесь у нас горит горшок и стул. Что потушить? Горшок или стул? Пока я думал, уже все за меня потушили. А я выбирал. Ладно. Тут, по ходу дела... Так, вот, кстати, у меня кэш 381. По ходу дела здесь можно что-то еще купить. Апгрейдить наш огнетушитель. Так, за тушение пожаров. Вот, я потушил уже 14 пожаров. И мне дали кэш. Наша зарплата 381. Да, у меня 381 монетка. И сейчас мы что-нибудь купим. Надо только вот эту елочку потушить. Давай, елочка, не гори, пожалуйста. Мы тебя будем наряжать на Новый год. Но это не точно. Может быть, другую нарядим. Какая-то мелкая. У нас еще и столбы горят. Мамочки, там все горит вообще. Ладно, дозаправка. Тушим ее и сбегаем в магазин. К нашему главному пожарному. Что он нам там вручит. Так, давай. Тушись-ка, тушись-ка, тушись-ка. 40, 50. Так, так, 30, 20... 10. Ай, маленько не дотушилась. Чуть-чуть там крапулечка горит. Сейчас опять разгорится. Быстро, 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 быстро. Наполняем. По пути бежим. Нет, чувак, доставни. Это мое, моя елка. Все, есть, я ее дотушил. Он чуть не забрал мою елку. Обалдешки. Так, ладно. Вот наше главное здание. Здесь мы родились, здесь мы учились, и здесь мы выросли. И только так можно стать настоящим пожарным. Так, это, я так понял, у нас пожарный какой-то кран. Насадка пожарная вместе с пожарным рукавом. Так, за 250 можно купить. Вот, вот этого, что у нас? 1,50, это типа, наверное, водоотдача. Единичка, здесь 1,5, полтора. Так, дальность, дистанция 20 футов. А у этого тоже 20. Ну, ладно. Так, а следующая сколько стоит? 750. Нет, это сильно дорогая. Давайте закупим и поставим вот эту новую насадку. Так, еще у нас есть за 750, за 1200, за 3000, за 7000, за 15000. Обалдеть, 25 футов, 5 единиц водоотдачи. Так, что еще есть? Ага, есть огнетушитель за 100 баксов. И какой-то еще кристальный офигенский огнетушитель. Обалдешки. Ладно, так, я поставил, поставил. Вау, 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 смотрите теперь, какой у меня клевый стал огнетушитель. Пожарный огнетушитель. Так, дозаправка в воздухе. Полетели. Пенек. Пенек тут дотушили без... Что у нас там горит? Ой, у нас опять разгорелось это дерево. Дерево нужно срочно дотушить. Ну куда ты развернулся-то? Вот сюда прямо надо тушить. О, вот так тушим его. Давай, братюня. Есть. Так, дотушили.
Так, а почему то так быстро вода расходуется? Я хочу купить какую-нибудь потом штуку, чтобы как можно больше бы хватало бы у нас воды. Чтобы надо заправку не бегать. Ну давай уже, наполняйся. Все, я побежал. Я хочу сбегать в ту сторону, посмотреть. О, смотрите, у нас же там бензоколонка. Ну-ка, побежали туда. Мамочки, у нас горит целая бензоколонка. Опасно, конечно, ее так тушить, но что поделать? Надо же город спасать. Давайте, братюни, будем всех спасать. Так, готово. Все, мы потушили бензоколонку, обалдеть. Внутри все нормально. О, может быть, у него что-то можно купить. Кстати, точно, у него можно баллоны покупать, офигеть. Это, кстати, вот, точно, чтобы можно было больше галлонов вмещать. Это 10 галлонов вмещает. Это 15 за 300, на нее и будем копить 20 галлонов. 25 галлонов, 35 галлонов, 45 галлонов, 60. Ого, ящик, что, в ящике воду, что ли, таскать? Вы что? 100 галлонов бочка. Золотая бочка, 250 галлонов. И бесконечная за 800 баксов, понятно. Так, короче, мне нужно будет накопить 300. А у меня 234, все, вижу, нашел. Нашел, ну что, побежали, что-нибудь потушим и купим новую бочку. Чтобы больше влазило воды, чтобы меньше бегать до этих гидрантов. Так, 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 вон, вижу, дерево горит. Ага, дерево горит, побежал. Топлива-то нету, чем тушить. Водички-то нету. Там очередь уже, капец, стоит. Оставьте мне маленько воды. Вау, у нас горит билборд. Ну-ка, билборд я могу потушить, интересно. Давайте попробуем потушить этот здоровый билборд. Ого, да он еще какой-то тематический. Там на нем нарисовано, что все горят. Вот, наверное, кто-то рисовал, аж загорелся. А здесь, с этой стороны... О, медведь! Братюня, здорово! Написано, only you can prevent wild fires. Типа, ты можешь, наверное, потушить или предотвратить лесные пожары. Ой, да мне даже не хватит, чтобы его потушить. Он такой здоровый. Ну, мне кажется, чем больше мы тушим какой-то предмет, сооружение, тем больше нам дают денег за это. Согласитесь, либо пенек маленький потушить, легко, либо здоровое здание многоэтажное потушить, это гораздо сложнее, поэтому нам должны больше давать денег. Давайте засекем, у нас 234. Ну давай, тушись. А, я опять ничего сейчас не получаем. Все, прошляпим. Быстро наполняем. Есть. Все, его дотушили почти без меня. Да? Все, опять без меня. Кстати, я так заметил, что если в толпу тушишь, то последний дотушивает, тому приз дают. Если ты не успел дотушить, то все, извиняй. Ничего не будет тебе. Ты не заслужил. Все, 40 дали. Короче, надо еще одну елку нам потушить, я думаю, и все будет в ажуре. И мы сможем купить большой ранец. Давайте сейчас накопим и сбегаем до магазинчика. Есть, я добежал. Ну что, покупаем новый... Нет, не новый, вот этот. Вот этот большой баллон. За 300 долларов. И ставим его. Ну что, давайте испытаем. О, по-другому он маленько выглядит. Мы заправим, теперь у нас на 50% больше. Знак горит, ну что ты тушил, дружбан, я не дотушил. Ну конечно, нужно доделать начатое. Все, дотушили. Пенек горит, пенек тоже спасаем. Пенек спасаем, есть. Ну, действительно, кстати, больше влазить-то. Так, покрышки готовы, здесь нормально все. Надо дозаправиться. А что-то все стоят просто так. Че халтурить, никто не работает, а? Ну-ка всем работать. Вот, половина работает, а половина что-то халтурят. Так, елка. Осталось елку дотушить. Кто-то ее тушил. Братюня, прости, я все деньги забрал себе. Так, нам нужно посмотреть. Дом. О, в доме опять горит стеллаж. Забегаем в дом стремительно и тушим. Не хватит водички. Нужно дозаправиться. Срочно. Вот она. Водичка рядом, это хорошо. Маленькая попить. А, он сейчас затушит все. Дружбан. Эть. Есть, я успел. Нет, опять горит, что ли? Да что такое-то? Что он так быстро-то горит? Разгорается. Все. Точно затушили? Контрольный в голову, может? Нет? Ха-ха, нет. В общем, ребята, вот такой режим прикольный. Симулятор пожарного называется. Нужно спасать эту деревню. Обязательно. Я здесь еще поиграю, что-нибудь докоплю. Куплю новый ствол. Хочу, может быть, да, и огнетушитель взять. И какую-нибудь золотую бочку. Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.